Всем привет, ребята! Вы на канале Спули Красный Шарик. И сегодня мы рассмотрим вам обзор про Windows XP. В общем, Windows XP это такая операционная система, которая вышла в 2001 году 25 октября. В общем, смотрим. В общем, первоначально я сейчас вам обзор покажу. В общем, вот такие вот обои. Кстати, у меня версия Service Pack 3 стоит. Я его проапгрейдил. В общем, здесь будет это ваше и, ну, ваше время будет. Это. Здесь вы можете это. Ну, как бы будете громкость регулировать. В общем. Он будет именно здесь будет отображаться. В общем, ну такое вот меню пуск. Я боюсь нажимать. А, я понял, начните работать с нажатием этой кнопки. Ладно. Нажимаем. И здесь будет отображаться ваша аватарка. Здесь будет отображаться ваше имя. И здесь будет вот эти вот приложения будут. И будет панелька, которая связана с Windows XP. В общем, вот как выглядит Windows XP. В общем, смотрите, у вас будет старый Internet Explorer, старый Outlook Express. Здесь будет ваше знакомство с Windows XP после установки его. Сапер. В общем, ссылка на скачивание, где я скачивал, в описании. В общем, есть Windows Messenger, чтобы была удобная связь. В общем, и здесь есть мастер переноса файлов и параметров. Здесь ваш редактор Windows Movie Maker и Internet Piggy. В общем, ну когда вы нажимаете или наводите на вкладку все программы, он отображает такую вот менюшечку. Кстати, тем более поддержка уже... Ну, я даже не знаю, где прекращена поддержка. Напишите в комментариях, в каком году поддержка прекращена, а то я даже не знаю. В общем, здесь будет в этой папке игры, будет отображаться игры. В общем, я, допустим, хочу в пинбол сыгрануть. Ну, открывается вот такое вот окно 3D пинбол. Ну, здесь никакие PUBG не может... Потому что Windows XP не тянет этой. Так, чтобы шарик было туда, это вверх, нужно нажать на клавишу вверх. Ну, нужно нажать на стрелку вверх на вашем клавиатуре. Кстати, я с виртуальной машины делаю обзор, а не с компьютера. Еще раз нажимаю на клавишу вверх. Вот допустим, еще раз вверх и проиграю, наверное. В общем, здесь никаких читов нет. Ведь это Elgato версия. Но только она на русском языке. Вот когда ты включаешь компьютер, будет это говорить «Привет!». А когда ты выключаешь компьютер, говорит «Пока!». Вот, допустим, давай я вам покажу, как это звучит, когда я выхожу из системы. Вот, смотрите. Пока. Вот вы слышите такой звук? Это когда вы компьютер выключаете. А я просто из системы вышел. Ладно, вхожу в систему. Привет. Снова эта панель задач появляется. Вот из-за того, что я безопасность компьютера включил. И поэтому вот такую вот ошибку выдает. Никогда не включайте. В общем, ну когда вы перейдете знакомство с Windows XP,
то он открывает Internet Explorer. Да просто Chrome вы поставите. Поставите здесь Chrome на Windows XP. В общем, здесь будет логотип Windows XP. И вот такая вот надпись, короче. Вот вы знаете, что я могу файлы переносить? Вот знаете, как будет выглядеть? Смотрите, как будет делаться. Смотрите. В общем, когда я переношу этот файл вот сюда, и то есть виртуальная машина вообще просто. То есть, значит, я копирую. Затем, блин, здесь нету кнопки создать. В общем, продолжаю запись. В общем, вот вы не можете снова переносить ваш файл с компьютера на виртуальную машину. То есть, значит, если вы хотите в сапёр поиграть, открывайте меню пуск, и вы видите сапёр. Если вы его открывали. Вот такой вот будет старый сапёр в Windows XP. Он взят из Windows 98, наверное, взят. В общем, здесь будет отображаться мины, ну, столько минов. Кнопка это. И здесь кнопка, ну, это время, наверное. В общем, смотрите, когда вы нажимаете и этот, играйте в сапёр, и проиграли, и вот это вот сдохлое лицо. То есть, значит, время... Всё, проиграли. Ну, мы не будем заморачиваться, короче. Ну, спасибо за внимание, то, что вы посмотрели мой ролик. И всем пока-пока.